Воскресенская поэтесса Марина Кабанова в литературной плеяде писателей нашего района занимает особое место. Она дважды становилась лауреатом конкурса «Поэтическое Подмосковье». Активно печатается в журнале «Поэзия» и литературной газете в антологии «Золотая строка Московии». Не все знают, что Марина, как художник, иллюстрирует книги многих своих коллег. И это не мешает ей писать стихи. Это человек уже довольно давно на литературном небосклоне Воскресенска находится. У нее много публикаций и в местной печати, и в областных, и в общероссийских изданиях. Первый сборник произведений поэтессы «Я большого случая, маленькая дочь» вышел в свет 8 лет назад. На данный момент творчество Марины Николаевны обрело и новые формы. В последнее время я не только стихи пишу, но пишу активно тексты песен. И считаю, что поэзия и музыка, они имеют очень много общего. Слово, оно должно звучать, слово должно радовать. Мы с тобой, мой друг, забегали вместе в ласковый подруг. Марина Кабанова одна из первых вошла в литературное объединение «Радуга». Ее стихи печатались даже за рубежом. Одно время я с Мариной работал на предприятии, я был там заместителем директора. С тех пор мы с Мариной подружились. Ну, может быть, не так часто общаемся, хотелось бы почаще, но то, что я ее люблю и уважаю, и, Марина, за твое творчество тебе низкий поклон. Марине Кабановой, жительнице поселка Белозерска, было приятно услышать на вечере поздравления от своих земляков, в том числе и от главы Воскресенского района Александра Калинникова. Я знаю, у Сергея Леонтьева есть стихи, посвященные Марине Кабановой. Он там говорит, что когда она идет, как будто лампада освещает ей путь. А мне кажется, она сама лампада, наполненная божественным верием, излучающее тепло и мерцающий свет. Поздравления, цветы, слова восхищения. Работники полигона авиационных систем, где трудится Марина Николаевна, даже исполнили песню на ее стихи. Признание литературного таланта для Марины Кабановой – стимул к дальнейшему творчеству. Тем более, что на вечере Марина Николаевна была награждена памятной медалью «300 лет Михаилу Ломоносову». Женщина так и светится изнутри. По планете шагает, радуясь, улыбаясь тебе и мне, словно кто-то пред ней лампадою освещает путь на земле. Евгения Светлая, Сергей Емельянов, «Воскресенские вести».
По планете шагает женщина, так и светится изнутри. По планете шагает радуясь, улыбаясь тебе и мне, словно кто-то пред ней лампадой освещает путь на земле. Львы, стрельцы, козероги, овны, до единого вуаля, влюблены в нее поголовно, от пьянчуги до короля. Да и то, да и как же иначе, если ближе глядишься в ах, и соломинка, и тростиночка оживает в ее стихах. Так светило блеснет за тучами мглу ненастную исцеля. Так по воле большого случая эту женщину встретил я, любуюсь ей словно радугой, словно бьющим живым ключом. И смотрю на нее и радуюсь, просто радуюсь ни о чем. Королевою и не меньше, посмотри, дружок, посмотри. По планете шагает женщина, так и светится изнутри. Встречайте, Марина Кабанова. Стихи не пишутся в угоду или по воле важных лиц. Они первичны, как природа, как тайна пушкинских страниц. Коль искры Божьей нет в поэте, к зачатию рифму не зови. Стихи рождаются, как дети, в слезах, страданиях и любви. Муравей, уносящий березовый лист, лист и цветом, и тяжестью, как золотой. И береза, что зябко от ветра дрожит, прикрываясь последним, робко листвой. И безудержный ветер, сорвавший покров, листовьевой березы, открыв наготу, все явил нам на милость создатель миров и земли красоту. Мне хотелось начать свой вечер именно с этих двух стихотворений, потому что они как бы явились эпиграфами к моим сборникам. Я в большом случае маленькая дочь, тростиночка. И хочу сказать, что действительно мой творческий путь, вот эти сборники, их бы не было, если бы не было замечательного человека, который присутствует в этом зале, моего учителя, моего большого любимого друга Дотина Леонида Анатольевича, члена корреспондента Академии Российской Словесности, лауреатов конкурсов и Лермонтовского, и издателя. В объеме, который мы сейчас видим в Воскресенском районе, конечно, без Марины Николаевны не состоялось бы. Это один из первых проходцев, кто делал нашу воскресенскую литературу. Так что я сразу говорю спасибо тебе, что ты еще не устал. Она начала, это не будет биография, так маленькие, она начала Белозерцы, есть такая маленькая газета, как она называлась-то? Наши вести. Правда, не слово, а вести. Я первый раз увидел стихи ее под другим именем совершенно верно. Однажды прижу на стене висят стихи новогодние. Вот выходит редактор, вот говорит, Лена Петровна, стихи поэтим в газету. Я посмотрел, вычеркнул, наверное, три четверти, одну четверть оставил, и получили стихи. И хорошие стихи получили, да, Марина? Так вот, от таких вещей, которые начинаются в малых газетах, Марина Николаевна через малый, совершенно малый творческий путь дошла до кремлевской сцены. Вот так вот. Установилось не мною, а те великие философы сказали, что эстетика – это наука прекрасна. Правда, но у нас эстетика из трех-четырех частей больше. Это архитектура, храм, это живопись, которая в храме есть, это музыка, которая в храме звучит, и это слова, которые звучат в храме. Так что, Марина Николаевна, ты постигла три всего момента.
теперь строит свой храм. Договорились? Вот так. Потому что рисовать ты умеешь, писать ты умеешь, к музыке ты рядом с музыкой ходишь ежедневно, ежечасно, да? Вот. Теперь строим храм. Ну не забывай, когда ты будешь кирпичи туда класть, основание там, потом еще что-то, не забывай, что вот многие сидящие в зале, воскресенское писательское отделение, значит, всегда должны надпись на каждом кирпиче и то, и на некрасическое. Давайте. Я не буду говорить о международных связях, она у нас везде. Тогда у нас и депутат, тогда у нас, ну, так, Бог, все. Марина, я тебе желаю и дальнейших творческих успехов, и отрывайся высоко-высоко, но возвращайся потихонечку на землю и опять трудись, как тот самый муравей, о котором ты только сейчас рассказывала. Спасибо. А я тебе говорю, малую, назвать нам, да избью цветы Болгарии, вино сонетов. Это тоже был труд эксклюзив, да, и достойный того, чтобы тебе его иметь. Спасибо вам за внимание. Спасибо большое. Один подарок, просто эту книгу «Максонет» действительно издана очень небольшим тиражом, и я уже раньше ее видела и мечтала видеть эту книгу. Спасибо. Есть стихи, которые положены на музыку. Вот, поэтому песенное творчество, оно тоже как бы для меня сейчас очень дорого. Благодаря ему у меня очень много тоже друзей новых появилось. Замечательных людей. И, но все-таки самая первая моя песня, она была написана именно человеком, который работал в стенах этого дворца. Замечательным человеком, талантливым композитором Анатолием Васильевичем Ивлевым. Но мне очень хотелось бы, чтобы песню на музыку Анатолия Васильевича исполнил сегодня замечательный человек Александр Гаджиев. Он является лауреатом, дипломантом множества конкурсов. Я никогда не позиционировал себя как просто исполнитель, всегда выступал как автор. Вот именно с этой песни я, может быть, впервые понял и почувствовал, что такое настоящий исполнитель. Я слышал про это много раз, что исполнитель должен пропустить песню через себя настолько, что он должен сделать ее своей. И тогда уже петь. Вот. Ну, как-то всерьез я этим не занимался. А эту песню, я настолько ее переработал, что я всерьез стал ее считать, что это наша с Мариной песня. Хотя слова Марины, музыка другого композитора. Но вот я так в нее вжился, что прям считаю ее своей. В том числе. Пой, пока поется. Спел, обманул
и мечтали долго о звезде далекой, о любви высокой. Летело белое перо, отстав от прометнувшей стаи. Куда? Теперь мне все не равно, о жарких странах не мечтая. Летело тихо и легко, сливаясь с облаком пушистым, и не винило никого, что не судьба подняться выше. И было, словно первый снег, его последнее паренье. Неведомо пока для всех его несло предназначение. И лабиринты всех дорог небесным озаряя светом летело белое перо, искало на земле поэта. Сейчас мне хотелось предоставить слово Василию Страженко. Единственное слово. Бьется то единственное слово, что порой не дает уснуть. Исчезая, возникая снова, шепотом прокладывая путь. Прячется от грубости подальше, от шипящей зависти дрожит. Задыхается от фальши, от слащавой пошлости бежит. Если нам дано его услышать сквозь мобильно-деловой трезвон, замираем мы и еле дышим, лишь бы не спугнуть рот и стол, чтоб помочь ему пробиться к людям, ждущим его ясной простоты, искреннего маленького чуда, светлой первозданной чистоты. Уснуть
с тобой, товарищи по счастью, маленьких, но сладостных побед. Мы с тобой, товарищи по счастью, маленьких, но сладостных побед. Мы с тобой, товарищи по счастью, маленьких, но сладостных побед. Товарищи, по счастью, это мы с вами. Научите меня жить тихо, не крутиться в колесе белкой и по дудке не плясать лихо, не ловить в водице рыб мелких, мне проснуться поутру рано, мне умыться в родниках чистых, берестой забинтовать раны, гребнем леса причесать мысли, все бы слушать соловьев вой, да по солнцу отмерять время, чтобы не было душе больно, что все меньше тех, кому верим. Научите меня жить просто, прикоснуться хоть слегка к тайне, по реке, куда плывут звезды на рассвете, так светло тает. Дороже всех романов мне романсы, когда душа в такую рвется ввысь, в такую запредельность всех фантазий, что только голова не загружись, когда слова с мелодией сольются, и песнею свободной улетят, и отзвуком сердечным вдруг забьются, и возвратятся радостью опять, я улыбнусь. Не зря тот день был прожит, что поводом сумел для песни стать. Он никогда уже не будет прошлым, а значит, он дорогой неспроста. И очень хотелось пригласить сюда Александра Масанова, приехал к нам из города Железнодорожного. Вот. Мало есть, да. Я часто вот бывала на его концерте, вот теперь и он приехал на мой творческий вечер, но он тоже лауреат песенных конкурсов. Вот. Вообще меня не знаю даже. Я понял. Блин, тебя поздравляем с очередным, так сказать, творческим вечером. А я так понимаю, растет немного, да? Зал увеличивается, количество гостей все прибывает, и города растут. Мы тебя очень любим, ценим, поздравляем с праздником весенним. Вот, вот. Вот. И, конечно, да, спасибо. Вот, Ирина никак не хочет петь, да, мы сколько просили, заставляли, ни в какой. Завязался он всего, и его уже не разглядеть. А каким дорогам мне идти, от судьбы на видно не уйти. И не разоброй нам больше круг, что сплетали из горячих рук. Ниточка такая тонкая, только не разрушу себя. Я приду к тебе дорогой долгой, как бы не было там удалён. Ниточка такая тонкая, ты меня на руку посади. Ниточка такая тонкая, тонкая ниточка любви. Тонкая ниточка любви. Сможет ли мне этот день забыть, что лучше на нас нам не забыть? Только для команды заплатить, то не говори.
девочку любви. И не разомкнули нам больше круг, чтоб скрипали из горячих рук. И по каким дорогам мне идти, а судьбы нам видно не уйти. Ниточка такая тонкая, только не разрушу всего. Я вижу тебе много и много дней, как бы ни был этот путь далек. Ниточка такая тонкая, и меня в дорогу позади. Ниточка такая тонкая, тонкая ниточка любви, тонкая ниточка любви. Написал к ней музыку. Что музыка, что песня получились великолепные. Вот, поэтому давайте сейчас, если кто эту песню не слышал, то услышит ее. Я так понимаю, тоже все слышали уже, да? Поехали. Разбитых ребят и жарко, и глаза еще горят, и
сердца стучат. Эй! Ой, бакуролесе, мы с тобой, мой друг, замигали песней ласковый подруг. Жизнь эти развесила, словно с горки вниз. Говорили мы себе, ты давай держись. Ой, бакуролесе, мы с тобой, мой друг, замигали песнями ласковых подруг. Жизнь катилась весело, словно с горки вниз. Говорили мы себе, ты давай держись. Говорили мы себе, ты давай держись. Эй! Еще не все. Что это? Весело, словно с горки вниз, гони ему себе, и давай держись. Вот, вот и все. Марина Романова. Можно, микрофон повесить, да, хорошо. Если б только гитара была мне послушна, я сложила бы песню, а может, романс. Господа инженеры, сегодня так нужно мне сказать, что Россия не сможет без вас. Вы отчаянно пели и страстно любили, презирая рубли и семейный уют, мчались вы за туманом и синюю даль, веря в то, что копейки от вас не уйдут. Пусть не модно сейчас, так сказать, не престижно, это гордое звание для наших детей, но поймут скоро все, что крутым новоришам до вершин не дойти и до звезд не взлететь. Пусть иная жена убежит к коммерсанту, но вот русскому новую станет женой, но никто ей не купит селедку зарплату, и никто ей стихов не прочтет под луной, чьей-то легкой руки кличут всех господами. Только я не смеюсь над нелегким трудом. Господа инженеры, преклоняюсь пред вами. Ваше время придет, вам воздастся потом. Там у меня основная работа, я являюсь начальником отдела труда и заработной платы. И, да, и сегодня приехали тоже поддержать сотрудники нашего полигона. И хочу сказать, что вот как раз у нас недавно был юбилей 70-летний нашего полигона. И вот специально к этому юбилею мы написали песню о полигоне. Вот, вот как раз композитор Александр Басанов, прошу тебя. Я хочу сказать, что я так осталась инженером, правда, вырос до начальника производства, но это факт не меняет. Я очень поздравляю Марину, она необыкновенно светлый человек. Мы с ней работали, наверное, лет 20 рядышком, бок о бок. Рисовали, помогала немножко рисовать газеты, когда народ стал разбегаться, наши художники стали разбегаться. Это необыкновенно светлый человек, я тебя поздравляю. Спасибо. Полигон и судьба, и работа.
счастье скитающий взор. Мы родимся на воле, а любовь и судьба и работа, а любовь и мечта и забота, и сердец не скитающий взор. Мы родимся на воле. Дорогие друзья, сегодня присутствовали. Спасибо, девушки. И вам спасибо большое, ребята. Марина, бей в первую очередь, конечно. Главный дирижер Марина Кабанова. Хочется мне еще сказать, я не могу просто сегодня промолчать перед этим. Ой, об этом волнуюсь. Вот. А две замечательные певицы. О прекрасном человеке, настоящей женщине, о Раде Рай. Дело в том, что у меня уже 6 песен написано, которые она исполняет. И каждый раз вот она выходит на сцену, благодарит авторов. Она такая скромная, замечательная. Она была в этом дворце, принимала участие в концерте Андрея Бандеры. Надеюсь, сольник ее тоже тут состоится. Вот и тоже благодаря тому, что я пишу песни для нее, у меня очень много друзей. И даже вот само имя ее Рада Рай, горящая радость. У нее завтра день рождения. Вот я сегодня ее, к сожалению, нет, она прилетела с гастроли, очень простудилась, у нее высокая температура, но вот брат ее обещал подъехать, не знаю, по нашим пробкам, успел он, не успел, Александр Фырко. Вот. И я прочитаю стихотворение ко дню ее рождения. Ну, завтра будет день рождения, но думаю, ничего страшного. Пусть сегодня солнце прячется, но сегодня славный день. Все хорошее сбывается, я прошу, ты мне поверь. Поздравления льются реченькой, где любви нет берегов. Ты сама, как солнце, светишься в окружении добрых слов. В день рождения нашей радости радость хлещет через край. Вся земля сегодня празднует день рождения Рады Рай. Ты сама душа прекрасная, все из света и любви. Звездочка ты наша ясная, за собою позови. Позови меня на край земли, позови. Я за тобой мчусь, как ветер, полечу на ясный свет зари. За тобой и за моей мечтой следом. Песня в основном. Песня Рады Рай. Ну, как бы, самый такой основной мой соавтор, композитор Рашид Киямов. Он сейчас в отпуске, его нет в городе. Вот, наша песня с ним «Радуюсь» написана, самая наша с ним первая песня. Но сегодня вот и Женя Киямова, его дочь тоже прекрасно исполняет эту песню, но сегодня вот они уехали, и поэтому эту песню замечательную «Радуюсь», а также песню «Звездочка» на музыку Олега Щеглова. Сегодня уже слышали песню «Покрали себе» на его музыку, вот, исполнит замечательная девушка, наша землячка, поэтесса, лауреат конкурса Елена Слободенюк, лауреат конкурса «Просыпается поэзия во мне», ну и других конкурсов уже как бы более высокого уровня, но нам сегодня, я думаю, важнее именно то наше родное, да? Как бы тут такой сюрприз меня ожидает, примет участие коллектив «Юта», это танцевальный коллектив наш белозерский, руководитель Воеводкина Татьяна. Я не знаю, где сейчас, за сценой, да? Там, здесь, да? Ну все, да. Я пока не начала петь, хочу сказать, вот сидела сейчас, слушала песни Марины Николаевны, поняла одну очень важную вещь. Есть просто авторы песен, под их песни хочется танцевать обычно, не более. Есть поэты, которые пишут слова под музыку. Обычно под их песни хочется, ну, в них хочется вслушиваться, редко танцевать. А вот Марина Николаевна такой удивительный человек. Сегодня, сколько песен не звучало, я сидела и танцевала на стуле. Вот. И при том я танцую под песню и понимаю, что она серьезная, что она со смыслом. А под эту песню я радуюсь. Поехали.
ненаглядный мой, сердце распахни сне, душу мне открой.
погружился в хоровод. Но я послушаюсь вас, ты слушай, только сердце все поет. Звездочки мои, светите, вместе с вами я пою. Прямо в небо унесите песню лучшую. Чтобы тихо на полигоне было. Я представляю Федеральную службу безопасности в городе Воскресенске, одно время я с Мариной работал на предприятии, я был там заместителем директора. С тех пор мы с Мариной подружились, ну, может быть, не так часто общаемся, хотелось бы почаще, но то, что я ее люблю и уважаю, и, Марина, за твое творчество тебе низкий поклон от всех бойцов. И следующий еще кто-то хочу сказать. Тут вот действительно говорили, что Марина изумительный, светлый, замечательный человек. И когда общаешься с ней, и когда просто смотришь на нее, глаз не можешь оторвать, и когда чисто читаешь ее стихи. И вот сидел тут и думал, все-таки наша земля богата талантами. Вот взять вот прямо с правой стороны Лысенков, Дугин, Мнокиянов, Марина Кабанова, Лена Слободенюк, царство ей небесное, с ее отцом, с Александром Ильичем мы дружили и дружим до сих пор. Поэтому, Марина, вот были стихи об инженерах, вот раньше говорили представители такой вот творческих профессий, это инженеры человеческих душ. Вот Марина из той плеяды. Спасибо большое. А вот я только начал с того, что у нас тут еще один высокий гость, глава Воскресенского муниципального района Калиников Александр Михайлов. Дорогая Марина, вот недаром говорят, женщины делают мужчин. Я глава района Воскресенского, 2 недели как только всего лишь на все. А вы знаете, кто меня сделал? Марина. На совете депутатов поселка Белозерский, наверное, месяца полтора-два. Мы работали вместе. Она меня выдвинула кандидату, вот, депутатом районного совета. А районный совет избрал меня главой Воскресенского муниципального района. Так что это ее заслуга. И вина тоже, если что. Сама уже событие,
подсказала. Что хочется сказать, я вот Марину знаю не очень давно, но тем не менее, наверное, все. Я пушкинского я помню «Чудное мгновение», и брюсовское «Ведьмовской напиток», и «Милая ступает по земле». Это все про нее. И вот я знаю, у Сергея Леонтьева есть стихи, посвященные Марине Кабановой. Он там говорит, что когда она идет, как будто лампада освещает ей путь. А мне кажется, она сама лампада, наполненная божественным гелием, излучающий тепло и немерцающий свет. И, Мариночка, я вот сегодня в этот праздник, недаром, наверное, вот День Благовещения, у тебя творческий вечер. Я желаю тебе сохранить тот свет, который от тебя исходит, и то тепло. И хочу подарить тебе книгу. Почему эту книгу? Это вот профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова, моего духовного наставника. Международные связи с Болгарией, с Грецией. Но, конечно, так как мы дружим с болгарами, я не знаю, это не просто это дружба, это люди нам, которые стали буквально родными. И мы к ним уже два раза ездили, наши делегации, и они к нам приезжали, и надеемся этим летом вот, тоже их встретить в очередной раз. Когда я собиралась на этот вечер, вот, мне пришло письмо от болгарских друзей, Лучезар Стаменов поздравил меня с вечером, пожелал, чтобы все прошло успешно, всем передавал привет, всем друзьям.
И у нас вот вышел поэтический сборник «Созвучие», где у нас стихи и болгарских, и русских поэтов вместе. То есть нет разделения болгар, мы сначала думали, но нет, мы все на равных. Просто в алфавитном порядке авторы, русские, болгарские. Действительно, это созвучие наших сердец. И сегодня мне хотелось бы почитать два перевода болгарского стихов Здравки Шеретовой. Она замечательная поэтесса, вознеровестница, и действительно, вот что-то, видимо, есть такое, какое-то родство. Ну, когда вот мы с ней виделись в последний раз, мы друг друга называли сестренками. Твое люблю тебя. Твое люблю тебя между улыбкой и восхищенным взглядом сохраню, присыпав его складки нафталином, на самый нижний ящик положу, туда, где между полусном и явью воспоминания дремлют до поры. И лишь, когда в таинственной тетради сухой последний листик-то задрожит, открою свой тайник с былым волнением, в глазах померкших звезды заблестят, лицо зардеет лунным отражением, я обрету, люблю тебя опять. Той девушкой, красивой, молодой, я обернусь, услышав голос твой. Второе стихотворение «Морская девушка». А море, слезы в девичьих глазах и брызгами соленого дождя по линии бедра и по плечам скользит, целуя ласково тебя, оденет белопенной волной и бросит в дрожь надежды новых встреч. Тебя песок согреет золотой, чтоб страсть и нежность для любви сберечь. А море, слезы в девичьих глазах, ну кто тебя способен так любить и преданно так ноги целовать и ману благодарных брызг дарить? А сейчас... Ни словом, ни словом, ни словом.
Спасибо, Марина, за стихи. Это для народного продюсирования вот так не пофартило. Романсы красивые. Так. А зеркала, они лукавые, они правдоподобно лгут. Нас не жалеют, не жалуют, годам суровый счет ведут. Бездушные творенья оптики усталость нашу отразят. Сединки и морщинки в точности нам к огорчению повторят. Но есть еще иное зеркало, в котором видим мы себя, что и приветливо, и весело, и все прощает нам, любя. Стирая мельтешенье времени, наш прежний облик явит вновь оно, надежда и спасение, и это зеркало — любовь. Сейчас я хочу пригласить на сцену Антона Дынина, который исполнит песню на музыку Евгения Коновалова. Это тоже композитор, очень интересный на сайте народного продюсирования, но он живет далеко. И вот Антон здесь дебют. Я бы еще сказал, что это песня про саму Марину. Когда я ее стал учить, я понял, что это Марина. Раньше солнышко проснулось ты. Первый луч зовет тебя в дорогу, освещая милые черты. На пороге ты со мной простилась, обняла так ласково. Скажет ты все страшен, но
спасибо. Какой работает на нашей культуре, возможно, вот он сейчас вот тоже пришел на помощь. Жизни. Спасибо. Пахнет ивы промокшей и веселой травой. Да чего же ты хороший и стройный, звонкий, как весенний стих. И, конечно же, достоин лучших зонтиков цветных, тех, что прятали зимой по углам, да по шкафам. Скоро-скоро их раскрою и закружу по дворам. А пока ты, гость нежданный, испугался, ну и пусть, а по мне такой желанный, я тобой не надышусь. Вот спасибо, дождик первый, самый первый по весне, разогнал ты всех соперниц, мы с тобой наедине. Стандартная красота. Красота. Под солнышком горячим, размеренно, спокойно, не спеша, под пудрой от веснушек, щеки пряча, идет она стандартно хороша. Ах, эти волосы, ресницы и улыбка, и вся на что надо ты дом. Но красота в ней будто дай скрипку. Тому, кто рэп, и даже фан, и даже соль не отличи от дома. Вот так вот, да, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот так вот, да-ла-ла-ла-ла-ла. Вот так вот, да-ла-ла-ла-ла. И гордо среди людей обычных нот, как нота одинокая в созвездии аккорда, а звездам все равно, все равно. Вот это ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Как нота одинокая в созвездии аккорда. Мне самому нравятся песни грустные, лирические, песни о нашей родине. Я их сам делаю. И вот. И вот хочу сказать, кстати, некие слова благодарности вашему литературному сообществу, Марине Леониду Афиногеновичу, как зачинателю. Вот я считаю, что благодаря вам, таким людям, как вы, которых чем больше я занимаюсь, тем вижу, что их больше, 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 что их много, чувство Родины из понятия превращается в нечто такое вещественное, вот как земля, по которой мы ходим. То есть ты понимаешь, что да, есть и что защищать, есть ради чего жить, ради чего радоваться. Вот вы что-то такое даете, созидаете духовное. В общем, это трудно выразимо, но за это спасибо. Я вот сегодня вышел из электрички, и через мост иду, и вдруг во мне такое, вот и Воскресенск мне как родной город. Понимаете? То есть Родина, она все явственнее, и все больше и больше мест, которые тебе как родные становятся. А это же благодаря вам.
Песнь крестьянина. Я постарался ее сделать в такой крестьянской манере. Не все так просто. Гран-при конкурса «Воскресенская заря» Александр Кадыр. Ну вот сегодня в зале присутствуют мои самые близкие люди, мои родные. Вот. Наташа. Да, ты здесь, да? Наташа Колышева, Надежда Колышева, моя племянница. Сестренка моя, младшая, Катюша, самая красивая девушка Москвы и Московской области, замечательный педагог Тюменской школы. И сейчас вот я хочу читать стихи, пару стихотворений близким людям мне. Любимый мой, ты не ревнуй меня, что снова очарована я маем. Он трелью соловьиную звеня, меня в который раз уже пленяет в объятиях.
долгожданного тепла, иду его цветущей тропой. И так бы до утра все шла, дошла, но не одна любимая, а с тобою. Он меня скромно прячется с навеской, он сегодня помогает выйти. Посвященные моей сестренке, но дело в том, что все почему-то болеют сейчас, такая вот погода непонятная. Но я просто прочту его, как стихотворение, эту песню. Младшая моя сестренка, заходи, поговорим. В жизни все нормально, только о тебе душа болит. С кем, любимая сестра, коротаешь вечера? Помнишь, в юности деревья наши тайны пополам? Все вчера как будто было, помнишь, как мечталось нам? Не печалься, погоди, ведь у нас все впереди. Улыбнись, прошу, моя хорошая, и светлее станет день любой. Говорят, глаза у нас похожие, видно, сестры мы не зря с тобой. А сейчас я хочу пригласить на сцену замечательного композитора, автора песен. То есть, сами понимаете, какая тема. И первый раз он ее исполнил в Москве в группе «Альма-Матер». Я сидела, я даже вот забыла, что это мои слова. Настолько вот его исполнение тогда потрясло. И вот он сейчас из Москвы по этим пробкам все-таки примчался, чтобы спеть эту песню. Спасибо, Валерий. Марина, я, во-первых, хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ты пригласил меня на свой творческий вечер. И на самом деле очень приятно получить это приглашение. Ну, а песня, на самом деле, это одна из лучших моих песен о маме на данный момент, потому что жизнь, она не стоит на месте. Вот, и эту песню я, в общем-то, готовил к 8 марта, а получилось так, что премьера песни прозвучала 4 апреля на моем тоже творческом концерте. Вот. И позже, где я не пел эту песню, потому что все-таки 8 марта, эти праздничные дни, эта песня, она просто ушла на ура. Итак, маме. Очарован весной, сердце вздрогнет так сладко, тревожно, лишь услышу я голос родной, словно не было лет быстротечных, я вернулся в далекие дни. Выйди, мама, скорее навстречу, и как прежде меня обними, и как прежде меня обними. Мама, мама, родная моя, ты пойми, ты прими, ты прости. Пусть расцветут твои сыновья, для тебя вечно будут детьми, для тебя вечно будут детьми. Рыжий кот у порога клубочком, ой, не зря он гостей набывал. Ты прости, дорогая сыночка, что так редко тебе я писал, что тебе, добрый, ласковый самый, забывал объясниться в любви. Ты ругай, ты брони меня, мама, ты ругай, только дольше живи, ты ругай, только дольше живи. Мама, мама, родная моя, ты пойми, ты прими, ты прости. Пусть взрослеют твои сыновья, для тебя вечно будут детьми, для тебя вечно будут детьми.
со здоровьем так сладко, тревожно. Лишь услышу я голос родной, словно не было лет быстротечных, я вернулся в далекие дни. Выйди, мама, скорее навстречу, и как прежде меня обними, и как прежде меня обними. Поэзия — это не только, и песня — это не только что-то такое веселое, зубастое, но действительно песни выражают разные стени души. Мне сегодня еще хочется вспомнить еще об одном замечательном светлом человеке, который мне действительно, наверное, во многом мне помогла. Она для меня сейчас как бы является олицетворением совести. Совести как в литературе и как чисто в человеческом плане. Это Ян Слободенюк. Вот хочу прочитать стихотворение, обращение как бы к ней. Перламутре раковины неба, алая жемчужина горит, солнце драгоценное. Вот мне бы прикоснуться к таинству зари, чтоб не плакать, а было напрасно, и того не испугаться дня, где, надеюсь, в небесах прекрасных кто-то встретит с радостью меня. Спасибо Лене, что она была у нас. И она есть нас. Даже папа. Ну, очень любимый Лена Слободенюк, медаль Лена Слободенюк. Вот. А сейчас я хочу еще раз вспомнить Анатолия Васильевича Ильина, поскольку приехал исполнитель, который тоже помог озвучить две его песни. Вот буквально с нот он сделал свою обработку. Ничто бесследно не проходит, тревожит память нам сна, и кто-то вновь себя находит, и кто-то вновь себя находит в далеких позабытых снах. Далеких позабытых снах, и чей-то долгий взгляд горячий, улыбка робкая в ответ, час безнадежной неудачи, час безнадежной. И сердце помнит одно.
и сердце вот мне отбыло. Исполнить песни, ну, песни, положить на музыку. И вот как я слышу, что так я и пою. И вот, поскольку я живу в Белозерке, поселок Белозерский, замечательные стихи у нее есть, которые называются «Белозерские бабушки». Мы тоже, наша внучка там растет в Белозерке, женой являемся дедушкой и бабушкой. У нас 8 внуков, здесь это 8-я у нас. Для Бориса Ильича Ивлева по обработке Ивана Майера. То есть такой вот да. Симбиоз у нас получился, трио. Солнечно, весело, радужно, шариков не сосчитать. Белозерские бабушки с внуками вышли гулять. Звание миссия, сей ни шурой не престиж, город их прекрасный, уверенный, шубами не удивишь. Город их прекрасный, уверенный, шубами не удивишь. Словно корону бесценную, звание свое. Бабушки милые, верные, вам это очень идет. Главное, что в жизни нам дано видеть восторгивный глаз. Самою лучшей наградою первое слово для вас. Самою лучшей наградою первое слово для вас. Вы засмеетесь так молодо, краше вас нет никого. Знает то белое озеро, светлые воды его. Лишь запоете вы, бабушки, смогут в лесах соловьи. А улица светла, праздничной радостью обновлена, отступает сумрачная мгла перед чудом снежного покрова. Пожалеешь вдруг, что крыльев нет, и ступаешь очень осторожно, оставляя неизбежный след на манящей белизне дорожек. Только колокольчик, только смех, только песня, содержись, послушай. Это долгожданно первый снег радует распахнутые души. Сейчас мне хочется опять пригласить на сцену. В смысле песни? Да. Слава, надолго ли они, надолго ли у
Теплая. А мне вот я посмотрел, как они танцевали, и захотелось сказать горько, да, ну извините, конечно. Много времени оттянул, поехали. Еще надежда зелена, радость золотом сияет, и осень красного вина бокал прозрачный наливает. И комнаты полны гостей, гостей званых и незваных, но перепеты песни все. А расходиться вроде рано, не догадается никто, куда ушла хозяйка в дождик, лишь женщина одно пальто, на тесной вешалке в прихожей лишь будут клавиши скучать моих прикосновений ждать. Желтым, зеленым, по красным, по листьям опавшим на еду. Зачем? Самому не ясно. На радость ли на радость на беду? По желтым, зеленым, а красным, по листьям опавшим иду. Зачем? Самому не ясно.
желтый свет меня пугает, а красный острой болью жжет. Тебе навстречу не пускает, но правилам всем вопреки. И думу цветов не различая, а чьи зовут меня шаги. Никто об этом не узнает. Иду по улицам судьбы. Иду искать твои шаги. По желтым, зеленым, по красным. Я опавшим иду. Зачем? Самому не ясно. На радость ли на радость? На беду по желтым, зеленым, по красным. По листьям опавшим иду. Зачем? Самому не ясно. На радость или на радость, на беду. Вот такая песня. С вами все вместе, то давайте вместе и поехали. Еще раз поздравляю тебя с этим замечательным праздником.
Хотел, видите, хотел легко отмазаться, не получится. Вы знаете, когда мы с Мариной познакомились, напротив нас висел портрет. Вы помните, есть, я забыл, кто автор? Девочка в коляске такая едет. Крамской. Крамской, вот. Аплодисмент, Марина, ты помнишь все, да? И, конечно, портрет назывался «Незнакомка». Ну как же без... Потому что даже все хорошее должно иметь свое логическое завершение. Хочу поблагодарить руководство дворца за то, что они вот бесплатно нам такой вот замечательный зал предоставили. Елену Борисовну хочу поблагодарить, хозяйку интерактивной гостиной, в рамках которого все это мероприятие у нас состоялось. Она настолько вкладывала душу. Гене Николаевне, что она приехала лично. Всех-всех, вот всех своих друзей, литераторов, всех родных, близких, коллег по работе, ну, цапков, ну, просто уже, ну, каждый, кто сегодня пришел, дарили вот мне праздник, замечательный праздник. Вот я хочу пригласить, сейчас вот я прочту еще одно свое стихотворение, и пригласить всех желающих на сцену, прежде всего артистов, вот, и прозвучить... Плюсе прозвучит песня «Свеча надежды» на музыку Георгия Фингера, это немецкий композитор. Вот. И вот хочу зажечь свечу и завершить этим наш замечательный вечер. Между рождением и смертью, жизни приемля закон, мы, несмышленные дети, на перекрестках времен. Кто мы? Что жизнь наша значит? Вдали какие уйдем, и отчего тихо плачем о невозвратном былом? В
теплых объятиях планеты, под бесконечностью звезд ищем на ощупь ответы на мироздание вопрос. Мы бороздим океаны, мы научились летать, только себя, как ни странно, нам до сих пор не понять. Мы приглашаем своих соавторов на сцену.